Всем привет, ребята! С вами я, Нубик в Майнкрафте, и сегодня я буду продолжать защищать мой крутой дом, а также строить различные ловушки. Я, короче, сегодня узнал, что на меня будут нападать не просто монстры, а знаете кто? Профессионалы! Это просто жесть, я не знаю, как я с ними буду драться, потому что профессионалы, они очень умные, поэтому я придумал одну супер крутую ловушку, в которую эти профессионалы умные 100% попадутся. Для этого нам понадобятся вот такие вот невидимые блоки, поэтому сейчас я выйду из моего домика. Давайте построим эту ловушку где-нибудь вот здесь. Здесь как раз довольно много места. И для начала нам нужно построить небольшую невидимую комнату, куда мы будем ловить этих профессионалов. Давайте сейчас я это сделаю и покажу вам ее. Ну все, я построил эту самую невидимую комнату. Смотрите, опа, вот и она. Такая вот она получилась у меня. И смотрите, что нам нужно сделать дальше. Дальше нам нужно вот так вот тут вот раскопать земельку в два блока глубиной. Поставить поршни. Ничего себе, здесь какая-то лава. Откуда она здесь взялась? Я что-то не понимаю. Ладно, ставим поршни. Потом дальше нам нужно поставить ряд невидимых блоков сюда. Вот так. Так вот, и, в принципе, моя ловушка практически готова. Остается только всего лишь напросто присоединить редстоун к этим поршням и поставить вот здесь наживные плиты. Да, отлично, сейчас поставлю еще редстоун. Ну вот и все, я построила здесь вот такой вот механизм из редстоуна. Он активирует эти поршни, которые поднимают блоки земли. Да, я решила все-таки их поставить вместо невидимых блоков, чтобы выглядело куда круче. И смотрите, как только эти монстры захотят сюда зайти, а они захотят сюда зайти, да, они просто вот так вот бац, попадутся в ловушку и больше отсюда не выберутся. По-моему, очень круто. Тем более, эта комната невидимая, и они даже не поймут, что это ловушка. Поэтому, ребята, это реально крутая штука. Вот, я не знаю, когда придут эти мутанты, только вот... А как мне выбраться? Я сам себя в ловушку поймал! Что за фигня, ребята, мне это не нравится! Блин, ладно, придется вот так вот выбраться. Сейчас я эти блоки также сломаю за собой. И, в общем-то, давайте построим еще одну ловушечку. У меня все инструменты лежат дома, и, кстати, вы, наверное, заметили, что я скрафтил еще двух охранников. Это вот такой вот обсидиановый железяка с красными глазами. Он очень сильный и очень прочный, да, железяка? В общем, он меня будет охранять вместе с вот таким вот стеклянным железякой. Он, конечно, хрупкий, но очень сильный. Поэтому, ребята, думаю, я смогу избавиться от этих профессионалов. Тем более, я еще поставил вот тут вот варочную стойку и варю здесь всякие зелья. В частности, это зелье моментального урона, потому что оно очень крутое, и оно отнимает очень много жизней у этих всяких мутантов. В общем, давайте уже будем строить новую ловушку. Выложу сейчас я все эти вещи старые и... О нет, ребята, только не это! Профессионалы уже здесь, они уже готовы нападать! И вы только посмотрите, сколько их здесь! Это же просто что-то нереальное! Их просто миллионы! Ой, а ты кто такой? Ребята, тут профессионал с киркой взобрался в мой дом, отстань! Получай! Ух, пипец какой-то, ты чё, офигел? А ну-ка проваливай от моего дома! Да, отлично, все, я его скинул в лаву, но что мне делать с этими профессионалами? И почему их монстры не атакуют? Смотрите, они что, подружились с огурцами? Пипец какой-то, ребята, тут и зомби, и огурцы, и эти профессионалы... О, нет, они еще и мои ловушки ломают, прикиньте, пипец, они настолько умные, что догадались сломать одну из моих ловушек. Что же мне теперь делать? Я вообще не знаю. Я не ожидал такого. А кстати, а где мои друзья-железяки? Не понял. Они что, их уничтожили уже или...
Или стойте, а это кто тогда? Это мой железяка! Ха, ребята, он походу испугался и решил убежать от меня! Слышь, ты предатель! Железяка, а ну-ка вернись сюда, помогай мне сражаться! Пипец, я остался один, я даже не успел построить еще одну ловушку, и они наступили со всех четырех сторон! Их просто миллионы, а я один! Пипец, ребят, я реально не знаю, что делать. Ладно, давайте попробуем тогда реально поймать их в мою ловушку вон ту. Поэтому, что же, для начала нам нужно выйти вот так вот, перепрыгнуть вот эту лаву, загнать их быстренько в ловушечку. Так, проходите, проходите. А, блин, ну вроде бы что-то у меня получилось. А ну-ка, давайте посмотрим. Несколько профессионалов поймались в мою ловушку, но это очень мало, потому что их еще очень много осталось, и что мне делать с остальными? Не знаю, ребят, давайте попробуем тоже их как-нибудь поймать. Сейчас попробую вот так вот их обмануть, по-быстренькому завести в эту самую ловушечку. Ай, блин, еще с другой стороны профессионалы нападают. Нет, 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 а пожалуйста, отстаньте от меня. Нужно быстрее вернуться обратно домой или же попробовать поймать их в мою старую ловушечку. Да, 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 отлично, некоторые из них попались. Давайте быстренько в мой дом забежим и... Офигеть, их тут много! Ай! Пипец, они меня опять убили, какашки! Так, давайте посмотрим, что у меня есть в моем сундуке. У меня есть броня, золотая мотыга моя старая на остроту 5. Ну и в принципе все. Я даже не скрафтил крутую броню, как я это обычно делаю, потому что я не успел. Я не ожидал, что эти монстры и профессионалы так быстро на меня нападут. Давайте возьмем побольше вот этих зелий моментального урона и постараемся при помощи них уничтожить этих лошар. Ну что же, получайте! На! О, вот это круто было! Отлично! Зелья работают и очень быстро уничтожают этих лошарских профессионалов. Они вообще ничего мне не могут сделать. Ха, чё, лошара? Остался ты один, поэтому сейчас я к тебе прыгну и уничтожу! А! Он меня скинул в лаву! Какашка! Я опять потерял все свои вещи! Но, кстати, смотрите, мы расправились с одной стороной этих профессионалов. Если не считать этих огурцов маленьких. Да, осталась только вот эта сторона, вот эта, ну и вот тут еще один профессионал стоит, но с ним я сейчас вообще без проблем расправлюсь. Опа! Ха, лошара! Ой, огурец! Да сколько можно? Дурацкие огурцы, я их ненавижу! Как они смогли подружиться с профессионалами, я вообще не понимаю. И, блин, железяка, иди ко мне на помощь! Мне нужна твоя помощь! Давайте попробуем его уговорить вернуться. Может быть, у меня получится. Только вот как мне избавиться от этого огурца? Он меня бесит, пипец. Он меня просто раз за разом скидывает в эту лаву. Быстренько перепрыгиваем. Идем к моему другу железяке. Сейчас еще заманим вот этих профессионалов. А ну-ка, железяка, видишь, да? Профессионалы, давай разбирайся с ними. О, смотрите, реально получилось. Он помогает мне, наконец-то. Видно, он боялся в одиночку на них нападать, а тут пришел я и начал ему помогать. Ой, да сколько можно? Короче, ребят, это просто что-то нереальное. Давайте я, наверное, сейчас возьму зажигалку, возьму шипы и попробую при помощи этих вещей их уничтожить. Да, точняк, давайте мы их всех огородим шипами вокруг, и тогда, возможно, они просто-напросто не смогут выбраться. Так, ставим шипы, много шипов, очень много шипов ставим, и вроде бы у меня работает. Да, ребят, эта тактика работает. Они практически умерли. Ну ладно, на этот раз... Что? Что происходит с моим домом? Ай, эти профессионалы ко мне домой забежали. Отстаньте. Ой, и на крыше еще один профессионал. Проваливай. А что тут происходит? Ребята, они построили какие-то мосты и сломали полностью мою защиту. Вы только на это посмотрите, они у меня все сломали, даже вот ту крутую ловушку. Вы чё, совсем офигели, дурацкие профессионалы? Но самое главное, вы только посмотрите, что стало с моим домом. Они его полностью сломали. О нет, ребят, я не знаю, что делать. Нужно, короче, забирать свои вещи и уходить.
уходи отсюда быстрее, пока они и мои вещи тоже не забрали. Ой-ой-ой, они бегут за мной, отстаньте, дурацкие какашки. Опа, закрываем тут. Нужно закрыть срочно сейчас двери, и тогда они вообще ничего мне не смогут сделать. Так, давайте как-нибудь вот так вот аккуратно сломаем здесь блоки. Возьмем все мои вещи. Отстань, лошара, сколько можно-то? Блин, они мне даже вещи не дают забрать. Так, быстро забираем все самое важное, все самое лучшее. Получай, лошара, это тебе за то, что ты меня убил. Ай, они еще и бессмертные какие-то. Валим отсюда, ребята. Валить нужно скорее, они бессмертные. Они вообще профессионалы. Супер-пупер, какие-то профессиональные. Поэтому ну их нафиг. Я не знаю, что делать. Они сломали мой дом, сломали полностью все мои ловушки и защиту. Поэтому, ребята, я вообще не знаю, что делать. Возможно, в следующей серии я позову моего друга-профессионала, чтобы он смог договориться со своими друзьями-профессионалами, вот этими какашками, которые мне весь дом сломали. И тогда они, возможно, уйдут отсюда и оставят меня в покое, потому что я не знаю, что мне сейчас делать. Они реально бессмертные профессионалы. В общем, все, я побежал, построю сейчас себе какой-нибудь маленький домик и буду думать, что же делать. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну, а с вами был я, Нубик в Майнкрафте. Всем пока!